Всем привет! Сегодня у нас Kia Optima, машина 19 года, нулячая. Практически сегодня решили поменять фильтр салона воздушный, и увидели мы нечто странное для меня. Вот он фильтр, который мы вытащили. Он весь в грязи просто. Это я его не в лужу уронил, это он такой и есть. Там, сейчас попробую показать. Вот здесь особенно, вот. Водичка стоит, он полный воды. Справа тут все грязное, течет грязь откуда-то. Сейчас я уже протирал немножко, ну короче, вот такое я вижу впервые. Машина на гарантии, сейчас мы ее повезем к дилеру, пусть они уже разбираются, в чем дело. Но это, конечно, вообще капец. В общем, искали проблему и до конца не смогли точно определить, что это. Сошлись на том, что это вода текла по проводу вот этого подогрева лобового стекла. Его на стяжке мы прикрепили к корпусу и посмотрим, что покажет, что будет в будущем. Воду мы все выкачали, но, конечно, я такого еще никогда не видел, потому что реально тут... Как я думаю, видно, вода просто не может туда попасть, это надо такие завихрения воздушные делать. Но, как у Kia в логотипе написано, Kia удивляет, поэтому все может быть. А на этом сегодня все, кому видео понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем успехов и удачи на дорогах!